Sevastopol on Sunday spontaneously elected a new leader and demanded the autonomy's reunification with Russia. Meanwhile, European and U.S. finance heads moved quickly today to secure a financial aid package for Ukraine following the ouster of its president on Saturday. Вот это. Или не сильно? Нормально, да? Не криминал. Блин. Ты же не слышишь его? Ну что? И он выехать не может. Почему? Может. Располагается? Я вас, пожалуйста, я прошу вас. А, выходи, пожалуйста. Вы что, да, перед дамой? Ты чмо ебаное, понял? Я выебу твой рот, твою мать, твою семью. Что, хочешь это? Вот милиция. А, еще раз ты хочешь? Вызывай, шо. Что вызывай? Что вызывай? Я прошу вас, скажи, я тебе рот простыл. Понял, ты дура. Успокойся. Да, успокойся. Ляж на землю, блядь. Ляж, сука, блядь. Сейчас хочешь в ВВД попасть? Папа, успокойся, пожалуйста. Хочешь в ВВД попасть?